Нет смысла спорить, кто из нас больше устает на работе. У каждого она по-своему сложная. 7 дней в неделю я работаю на благо нашей общей одесской семьи. Какие бы ни трудности ни возникали, давайте забудем о них. И поздравим тех, кто по-настоящему дорог. Жену, дочь, бабушку, маму. Нашу маму, красавицу Одесс. 8 марта – это не про слабый пол. Согласитесь, в современном мире это понятие устарело. Силе и целеустремленности женщин можно только позавидовать. 8 марта – это скорее напоминание нам, мужчинам, что помимо работы есть и кое-что поважнее. Ваше тепло, ваша любовь и забота. Мужчины, не бойтесь показаться банальными, подарив букет цветов или приготовив завтрак. Это меньшее, что мы можем для вас сделать. Дорогие женщины, вы достойны праздника каждый день. С праздником сегодня, завтра и круглый год.